говорите по-грецки? К сожалению, нет. А хотели бы изучить язык? Ну, да, наверное. Я считаю, что если ты живешь в Бурятии, то, наверное, бурятский язык, ну, хотя бы на уровне разговорного нужно знать. Чуть-чуть. А хотели бы изучить? Да, конечно. Нет. А хотели бы изучить? Хотела бы, но уже поздно, наверное. Просто разговорно все. А хотели бы выучить разговорный? Ну, я и так знаю, но хотелось бы уметь читать нормально так. Вот и все. Нет. А хотели бы выучить язык? Нет. А почему? Ну, все в основном на русском разговаривают, поэтому мне не надо это. Нет. Нет. А хотели бы изучить? Мы так изучаем. Ну, мы в школе изучаем. Ну, а как, хорошо знаете? Ну, нет. Так. Ну, так нормально. А что, не расскажите, что знаете? Ну, БРТ. Нет. Нет. А хотели бы выучить язык? Ну, хотела бы понимать. Надо узнать, как вам хотелось. А как-то, что вы делаете для этого? Ну, в школе изучала, в университете было. Ну, как бы друзья разговаривают, что-то, какие-то слова знаю. Времени нету, работа. Вот так. А для чего хотели бы изучить? Ну, это мой родной язык, надо знать, чтобы детей потом научить. Да, знаю. Совершенство? Ну, так, нормально. Хунзом бурядар дугурит. Нараны лагалте до негало елда, хе негало елда, кеш.